Всем приветики! Сегодня у нас с вами коробочка Krygina Box Anti-Age в роскошном переплете с роскошной завязочкой, которую вы откроете. Можете здесь написать что-нибудь. Не знаю, может быть, вашей обложкой для какой-нибудь любимой книги. Или обложкой для вашего ежедневника. Или просто можете сюда вставлять какие-нибудь свои секретики и оставить ее себе на память. Коробка Anti-Age. У нас полна молодости. Молодость внутри. Давайте ее откроем. Это прям жир. Коробка у нас получилась, то ее счастливый обладатель, тот реально счастливый ее обладатель, потому что это прямо жир. Здесь у нас карточка и, собственно, внутренности коробки. Там очень много всего, очень много полноразмерного и очень много в хороших таких travel-сайзах и, ну, достаточно увесистых миниатюр. Поехали сразу по карточке с первого пункта, это The Saem у нас. Это омолаживающая сыворотка с экстрактом грибов Чага. Вообще линейка Чага есть такая в The Saem. Это, собственно, полноразмерный продукт. У всей линейки Чага в Saem очень строгая технология производства. В основе ее лежат дикорастущие грибы Чага, которые ферментируются под определенной температурой полгода под строжайшим контролем. Благодаря этому получается максимально точно сохранить вот эти все полезные качества так, чтобы они были эффективны. Это очень жидкая сама по себе сыворотка. Тает на руках и наносится как водичка. Я вот такими легкими похлопывающими движениями предлагаю вам ее наносить, будет максимально эффективно. Ферментация — это, простым языком, процесс брожения. А если еще проще, это процесс распада органических веществ. Благодаря, собственно, этому процессу они усваиваются намного быстрее и лучше. Поскольку текстура очень легкая, она такая гелеобразная, сыворотка мгновенно впитывается в кожу, вот кожа ее как будто бы всасывает и съедает. И имеет ярко выраженный омолаживающий эффект. На самом деле он даже не накопительный, а вы его сразу увидите, потому что кожа становится более гладкой. Вот если есть проблемы, например, мелкого рельефа с морщинками, то очень хорошо она их разглаживает, делая кожу такой ровненькой, немного такой даже подтянутой и напитанной. А еще эта сыворотка очень крута в уходе за кожей после пилинга, после косметологических процедур, после чистки пор, потому что она имеет хороший заживляющий, восстанавливающий эффект и выравнивает дополнительный тон кожи, делая его ровным и саму кожу гладкой. Ну и еще приятно всегда отметить то, что эта линия получила премию за дизайн. Есть такая премия, достаточно авторитетная, в Design Awards, и вот эта линия Chaga DSM получила приз в номинации Beauty Packaging. Будет у вас красивый предмет еще в интерьере. Следующий продукт у нас в коробке — это Kiehl's. Интенсивный концентрат против морщин, который содержит 12,5% чистого витамина С. Точнее, 10% из карбиновой кислоты и 2% с половиной ее производных. В полноразмерном варианте он выглядит вот так. Уже участвовал у нас. И как уже сказано было из вот этой вот небольшого интро, то что в нем самая главная фишка — это содержание витамина С, причем содержание очень высокое. Чтобы стабилизировать эту формулу, Kiehl's ее разрабатывали 89 раз. Это официальные данные от компании. Потому что такое количество витамина С очень сложно оставить стабильным, так, чтобы он просто не испарялся. Ну, не испарялся, конечно, а не терял свои качества и свою, собственно говоря, эффективность и действия. Фишка витамина С заключается в антиоксидантном действии. Вот каждый раз, когда вы слышите витамин С, витамин С, витамин С, витамин С, витамин С, это все антиоксидантное действие. Это оно как раз-таки дает вот этот заряд энергии. Это оно защищает кожу от окисления. Процессы окисления неблагоприятно сказываются и действуют на кожу, потому что разрушают естественный коллаген и эластин. И если вы думаете, что вы защищены от действия кислорода и вам не нужно, потому что вы знаете, что на эти процессы очень сильно еще и влияют все наши лучшие друзья 21 века. Они кто? Они гаджеты. Проблема голубого экрана называется она. Это то излучение, которое идет от экрана телевизора, экрана вашего iPad, Mac и iPhone. Оно, конечно, не настолько вредное, как много об этом пишут, но действительно влияет на естественную выработку коллагена, эластина и содержание их в коже, потому что излучение — это, по сути, их просто разрушает, и это блокирует. Вот, поэтому количество витамина С необходимо увеличить. Чем эволюционнее мы с вами становимся, тем сильнее необходимо укреплять барьер кожи, чтобы не состариться. Вот представьте, я сколько сижу перед экранами, и ничего, видите? Тестирую всю косметику на себе, и вот, пожалуйста, 32 через пару месяцев. Ничего, сияю, как наливное яблочко. Действие витамина С в целом благоприятное на кожу, потому что улучшается тон лица. Этот продукт сам по себе, он такой весь бархатистый. От него кожа становится сразу более ровная по цвету. Эффект как от праймера. Если кожа чувствительная, то сначала может ощущаться такое легкое тепло или даже жжение. Это нормально, это абсолютно естественная реакция кожи на, собственно, большое содержание витамина С. И это как раз-таки вам сигнал о том, что что-то пошло, дело поехало. Все работает. Главное, избегайте зоны вокруг глаз. Утром и вечером, перед кремом. Больше никаких особо правил. Следующий продукт у нас в коробке. Это кремушка Valeve. Это новый бренд в семействе партнеров Krygina Box. Это швейцарский бренд. А крем называется Your Secrets. Секреты молодости 24 часа. На размерном варианте он выглядит вот так. Valeve — это швейцарский, как я уже сказала, бренд натуральных косметических продуктов. Очень комфортный, легкий крем, который и утром, и вечером показан для того, чтобы устранить первые признаки старения и сохранить молодость кожи. В нем витамин С, витамин В3, витамин В5. Он увлажняет, защищает от вредного воздействия окружающей среды. Очень приятно пахнет, типа грушкой, чем-то таким. И укрепляет естественный барьер кожи. Сам по себе крем с помпой, удобный, с дозатором, не нужно залезать туда пальцем, очень удобно наносить. Содержит также масло экстракт абрикоса, это вот абрикосом он, кстати, пахнет, просто мне почему-то кажется, что это грушка. А также, собственно, комплекс витаминов, который поддерживает функции клеток и обеспечивает оптимальный уровень влаги. Утром и вечером после нанесения тоника. Все просто. Дальше двигаемся. Vichy. Ночной восстанавливающий крем и маска из линейки Slow Age. Вы, кстати, с ним уже знакомы, я о нем уже рассказывала и с удовольствием расскажу еще раз, потому что это прям классное средство, банка вот. Это ночное восстановление, использовать его необходимо как в качестве крема ежевечерне, перед сном. У него такой карамельный цвет и ощущение вообще, что это не крем, а мед. У него гелевая текстура, прозрачная. Он очень легко, тоненько растушевывается и дает на коже какое-то просто волшебное действие. Нанесу так сейчас немножко сверху. Волшебное почему? Потому что этот крем восстанавливает кожу от последствий стресса. Потому что сейчас, как у наша жизнь складывается в мегаполисах, воздух очень загрязненный, кожа очень быстро обезвоживается, защитные барьеры кожи разрушаются мгновенно. Опять же, процессы окисления, вредное воздействие ультрафиолета и все такое делает цвет лица наш к вечеру, это обычно заметно, уже, мягко сказать, серым, кожа тусклая, пересохшая, очень часто макияж пересыхает на лице. Возникает шелушение, просто вот мелкие морщины, рельеф неровный и раздражение кожи. Поэтому кожу необходимо восстанавливать и защищать. И лучшее время для этого это то, когда вы спите. В составе антиоксидант, витамин С и Е, которые как раз-таки защищают кожу от разрушения процессов окисления, избавляют ее от свободных радикалов. Также в этом продукте есть такой компонент, который называется ресвератрол. Вам, в принципе, эти сложные названия знать не обязательно. Лучше знать его действие. Он насыщает кожу кислородом, чтобы клеточки дышали. И я вам скажу свой лайфхак. Я использую этот продукт как маску и использую достаточно регулярно. И использую очень не жалею. Я наношу на лицо, на шею и прям на зону декольте, так, чтобы комплексно подходить к процессам омолаживания и тонизирование. Где-то минут 10, потом смываю и прям класс. Не смываю даже, на самом деле, просто ватным диском удаляю лишнее обычно и все. Следующий продукт у нас это Blue Therapy, это Biotherm омолаживающий крем. Каждый раз, когда я вам показываю очередной крем, вы должны понимать, что имею я в виду линию. Когда мы собирали коробку анти-эйдж, самое логичное это класть в коробку разные бренды, разные линии по одному продукту. Но вы предполагаете в голове, что у всего этого есть еще единомышленники в бренде. Очень важно использовать линию. Здесь у нас лифтинг-эффект. Достаточно увесистая миниатюра, вам надолго ее хватит протестировать. В полноразмерном варианте выглядит вот так крем в банке. Такого грязновато-розового цвета крем, потому что он, в принципе, на основе красной водоросли имеет естественный такой цвет. У него цветочный очень нежный аромат, и если вы наносите его на кожу, вы увидите сразу мгновенно эффект такого, не знаю, очень хорошего цвета лица, такого свежего. И на самом деле во многом цвет крема подыгрывает и комплементарен вашей коже. А еще он содержит мельчайшую россыпь светоотражающих частиц, естественных настолько, что их, мне кажется, только под микроскопом можно разглядеть, но они есть. Надо отдельно похвалить этот крем за отдушку, потому что ощущение, что это, ну, какой-то очень дорогой аромат, как парфюм, потому что очень она какая-то такая сложная и очень красивая, такая прям благородная отдушка. Аромат супер крутой. Я бы прям даже, наверное, себе такой заимела бы на туалетном столике. У крема у самого текстура достаточно плотная, но когда вы начинаете наносить, она очень легко распространяется по коже, как гелевая, и очень быстро впитывается, оставляя после себя такое немножко бархатное ощущение, как после выравнивающего праймера. Водоросль, которая входит в состав, красная водоросль, ее основное действие укрепляющее для кожи, то есть это естественный лифтинг-эффект за счет укрепления самой структуры кожи и уплотнения ее, чтобы лифтинг был не просто временный, да, подтянули, все упало, а чтобы формировалась именно вот эта крепкая сетка лица. И формировать крепкую сетку лица тоже необходимо где-то вот до вашего белья, вы же понимаете. По результатам могу отметить, что кожа действительно более сияющая, с утра очень заметно гладкая, контуры такие более четкие. И вот мелкие морщинки очень быстро разглаживаются, прям за несколько применений уже увидите результат. Мелкие морщинки, это я имею в виду, знаете, когда вот такие есть микро-микро-микро складочки, это что кожа обезвожена и пересушена, да, это не морщины, которые уже с заломом образовались. Здесь сложнее будет. Вот наша задача как раз-таки поймать тот момент, чтобы вот эти заломы не допускать. Уже глубокие сформированные морщины убрать с лица очень сложно. Вот давайте их просто присутствие на коже не допустим. Этот крем подходит для всех типов кожи, включая чувствительную, и очень хорошо выступает в качестве базы под дневной макияж, под BB-крем, абсолютно не спорит с ними, не скатывается. И если вы не любите тональное средство, то он действительно сам по себе немножко выравнивает тон, благодаря своему естественному оттенку, который так или иначе подсвечивает кожу, делает ее такую более свежую, благодаря тому матовому финишу, который после него остается. Кожа бархатная, и в целом, если вам достаточно использовать минеральную пудру, то, может быть, вам и хватит. Он рекомендован в качестве как дневного, так и ночного ухода, и рекомендован с легким массажем. То есть вы что делаете? Вы сначала поглаживающим движением наносите, потом надавливающими такими волнообразными, потом немножко от контура вот так вот все к ушам растянули, пальчиками поработали, похлопали. Не пытайтесь сделать себе профессиональный массаж лица и как-то, я не знаю, передвинуть мышцы и натянуть их. Нет, ваша задача просто запустить естественный процесс хорошего кровообращения в коже, чтобы этот лифтинг-эффект достигался быстрее. И не используйте слишком много крема. Он очень экономичный, много его не надо. Elemis. Маслица мое дорогое, про коллаген линия, обожаю ее. Это же вторая бутылка, наполовину прикончена. Это полноразмерный продукт, масло, это, собственно, линия про коллаген, который для собственного ухода пользуюсь сейчас я. Мой уход, он всегда идет курсом, поэтому вот сейчас у меня Elemis закончится, я начну использовать что-то другое. Но вот после зимнего периода кожа такая все равно обезвоженная, эти все самолеты, гаджеты, бесконечная вот эта работа. Ненавижу пить воду. Как бы это ни требовалось, обожаю пить кофе, ненавижу пить воду. И кожа, конечно же, обезвоживается. Поэтому вот это прям линия, которую я действительно очень люблю. Итак, лифтинг масла. Морские водоросли, про коллаген, Elemis. Первое, что хочу отметить, что помимо своей собственной бьюти-награды Елены Крыгина Highly Recommend, я хочу с вами официальными данными поделиться. Более 50 наград у этой линии. Итак, это масло, которое, по сути, масло такое, масло-сыворотка, несколько капель, раз стираете на пальчиках и наносите вот таким вот действием. Обожаю этот травяной аромат у всей этой линии. Сразу кажется, что что-то полезное с тобой происходит, начинаешь верить. Итак, я уже, в принципе, делаю это с утра, поэтому могу, конечно, второй раз не наносить. Но что нужно знать о линейке про коллаген? Здесь 9 эфирных масел и 3 водоросли. Самая здесь звезда — это падина павлиника, как павлиний хвостик. Водоросль, у нее там классная очень история, как ее открыли. Как часто бывает, лучшее открытие происходит совершенно случайно. Так вот, во время дайвинга один из ученых, как раз-таки исследуя затонувший корабль, увидел, что в тех местах, где эта водоросль обрастала на дереве, дерево сохранилось практически в первозданном виде. И потом уже спустя 10 лет исследований эту водоросль и ее экстракт внедрили в линейку ухода Elemis. В общем, в этом масле, по сути, лучшее из Атлантического бассейна экстракты водорослей, которые очень благоприятно действуют на кожу, запуская ее естественный процесс восстановления и поддерживая молодость. То есть тот морской коллаген, который содержится в водорослях, он очень близок к естественному нашему, и поэтому кожа очень к нему восприимчива и очень быстро на него реагирует и становится моложе. Они помогают сохранить влагу и удержать ее в коже, помогают сохранить кожу эластичной и упругой. И само это масло, оно очень качественное, оно очень быстро впитывается и подходит, даже если у вас жирная кожа, наоборот, вам даже это масло рекомендовано, потому что избыточное количество кожного жира, который выделяется сальными железами, это, как правило, результат дисбаланса кожи, и вам необходимо как раз таки создать этот баланс в первую очередь, то есть не питаться этот жир убрать, потому что он будет еще сильнее вырабатываться, нормализовать его выработку, то есть давать коже необходимое количество липидов, чтобы она нормализовала сама выработку, чтобы ваша кожа не думала, что война и надо защищаться, а понимала прекрасно, что так, с утра и вечером мне дадут порцию хороших липидов. Здесь миниатюрка, много масла не надо, имейте в виду. Прям буквально пару капель хорошо растереть на пальчиках и вот такими вот придавливающими движениями нанести. Можете поделать массаж. Следующий продукт у нас в коробочке Anti-Age, это Weleda. Гранатовый крем-лифтинг для кожи. В полноразмерном варианте он выглядит вот так, в алюминии, как я люблю. Гранатовая линия восстанавливающая, разработанная специально для кожи, которая нуждается в антиоксидантном действии и в восстановлении защитных барьерных функций, а также в лифтинговом уходе. Косточки граната очень богаты ненасыщенными кислотами, которые положительно влияют на процесс регенерации кожи, противодействуют окислительным процессам и стимулируют выработку новых клеток, тем самым предотвращают преждевременное старение. Крем очень мягкий, это дневной уход, кстати, впитывается очень быстро, без остатка, наносить на очищенную кожу после тоника, дать немножко впитаться, после этого он не конфликтует с декоративной косметикой, отлично на него ложится тон, и в целом он хорошо поддерживает как раз таки вот эти защитные функции кожи в течение всего дня. В нем содержится редкая пунициновая кислота, которая является антиоксидантом, а также масло жожоба, которое мгновенно смягчает кожу, чуть-чуть ее разглаживает и дает уже именно вам мгновенно эффект. Масло жожоба само по себе одно из самых лучших масел для кожи, потому что очень близко по структуре естественному выделяемому себуму, поэтому очень быстро впитывается и кожа его очень легко принимает как своего. Также в составе комплекс целый эфирных масел, которые дают естественный аромат этого крема, тоже очень так приятную атмосферу вокруг нанесения создают, немного успокаивают и так настраивают позитивно. А еще его можно наносить даже на самую чувствительную кожу, потому что, собственно, это одна из фишек Веледа как бренда, в принципе, то, что это бренд, который подходит даже для очень чувствительной кожи. Оздоровительные процессы, которые запускает этот крем, имеют в том числе и накопительное действие, и, скажем так, отложенный результат. Поэтому чем больше вы им пользуетесь, тем дольше сохранится результат от этого крема. По итогу кожа становится более эластичной, более упругой, гладкой, с очень таким мягким лифтинговым эффектом. Контур подчерчен, шея очень хорошо заметна вот на этих складках. Ну и, конечно, комплексно, если брать гранатовую линию, то эффект будет достигнут намного быстрее и намного заметнее. L'Occitane и божественный иммортель. Иммортелюшка, не первый раз уже у нас в коробке Anti-Age, и не могу нарадоваться каждый раз, когда его вижу, потому что эта миниатюрка, она такая хорошенькая, она как какой-то волшебный бочоночек с эликсиром. И, конечно же, волшебный бочоночек с эликсиром есть еще в полноразмерном варианте. Вот прям я ликую и горжусь, сотрудничаю с брендами, когда у них миниатюры повторяют большатюры. В основе линии божественный иммортель, что божественный иммортель, собственно, неувядающий цвет. Плантации этого цветка растут на Корсике. У крема очень приятная такая сливочная текстура, прям хочется растаять в ней. Она достаточно жирненькая, но при этом нет ощущения ни липкости, ничего, мгновенно впитывается, потому что очень качественный состав, качественные масла, которые легко проникают глубоко в кожу и начинают уже свое это волшебное действие. При этом сам процесс нанесения это тоже отдельный ритуал, потому что аромат этого крема такой чувственный, что хочется прям с любовью себя намазывать этим кремом долго и тщательно. Возрастные изменения от него действительно сокращаются, кожа выглядит подтянутой, такой посвежевшей, эластичной, вы это почувствуете вот на ощупь при постоянном использовании. Вот когда вы наносите крем, вы ощущаете, как растягивается ваша кожа, и вот благодаря этому крему она реально начинает растягиваться меньше, то есть она становится сама по себе как поплотнее, что ли. И что клево, то что пигментные пятнышки и вот эта мелкая вся россыпь какой-то, вроде бы незаметный пигмент, пигментации, но которая портит идеальность нашего тона лица, вот они становятся менее заметны. И тон лица естественным образом становится лучше. Это вот то, что прошло только что вот здесь над моим плечом. Если что, это A$AP Rocky, мой кот, которого я взяла в приюте Юна буквально пару недель назад. И теперь мы живем вместе. Как-нибудь он придет знакомиться. Много... Иди сюда, A$AP, иди сюда. Ну-ка, иди, я буду знакомить с нашей YouTube аудиторией. A$AP, кот на ладошке, аттракцион. A$AP, глаза лазеры. Ну, в общем, стесняется парень. Так вот, крема много не надо, прям немножко набирайте. У него есть лопаточка специальная, лопаточка чпоньк, капельку, да, меньше, чем с горошину, немного распределили на пальчиках, подогрели его и вот такими волнообразными движениями нанесли. Идем дальше, Lirак у нас в коробке. Коробка с кремом в коробке Anti-Age, полная роскоши. Вы не представляете себе, как выглядит полноразмерная упаковка этого крема. Сам он выглядит вот так. Черное золото, все остро богато. Там вот такая коробка, крем на пьедестале, к нему лопаточки, куча всего, инструкции. И все это из такого хорошего материала, что прям, ну, ощущение, как будто ты эликсир молодости получаешь. Ну и красавец миниатюр. Не сказать, что это миниатюр, потому что действительно самого продукта здесь много и хватит вам на то, чтобы вот более чем протестировать этот крем. У него просто, ну, ультра питательное. Вот так, кстати, делать не надо, есть лопаточка. Но я все равно вот по привычке лезу пальцами в крем. Ультра питательная текстура, нежнейшая сама консистенция, просто вот какое-то сливочное масло, и это настолько приятно на ощупь, что его вот прям кайфово наносить. У него очень нежный, приятный цветочный аромат. При этом насыщенной, настолько насыщенной текстуре он реально очень быстро впитывается. И отлично на него потом ложится макияж. У него в составе раствор 5% гиалуроновой кислоты. B-релаксер комплекс — это технология заполнения глубоких морщин. Если глубокие заполняют, то с мелкими вообще проблем не будет. Также экстракты орхидеи и розы. У него 3 основных действия. Это устранение глубоких морщин, это тусклый цвет лица и это подтянуть кожу. А экстракты, внимание, черной орхидеи, черной розы и черного мака также способствуют выведению токсинов, ну и питают, смягчают и восстанавливают кожу. Если вот вам комплексно собрать, какие результаты, кожа начинает вот буквально сиять изнутри. Причем мгновенно, когда вот кожа начинает преображаться уже во время нанесения, буквально на глазах. Ну, попробуйте, увидите. Его можно использовать и утром, и вечером на предварительно очищенную кожу. Можете легко помассировать, он не скатывает, она быстро впитывается, придает сияние и красивейший вид вашей кожи. Следующий продукт у нас в коробке — это продуктик для зоны вокруг глаз, очень активного действия, это Rexaline. В полноразмерном варианте он выглядит вот так, в миниатюре. Собственно, давайте открою, покажу. Вот так. Его достаточно надолго вам хватит в использовании, да, повседневном, на неделю-то точно, потому что крема для зоны вокруг глаз, геля, точнее, его много не надо. Сам по себе он такой немного с розоватым отливом и с перламутром, да, с эффектом розового перламутра. Благодаря этому сразу дает визуальный эффект, потому что оттеняет темные круги под глазами за счет как раз-таки вот этого розового перламутра, нейтрализует темноту и подсвечивает темные круги, убирая их чисто визуально. А помимо этого у него в составе высокомолекулярная фрагментированная гиалуроновая кислота. Это, собственно, и есть Rexaline комплекс, на основе которого вся линия. Она восстанавливает плотность кожи, заполняет мелкие морщинки, увлажняет на поверхности и в глубоких слоях. Также в составе инкапсулированный липопептид, который сверхэффективно повышает упругость кожи, устраняет морщины, воздействуя именно на стареющие клеточки. А также этот крем очень эффективно уменьшает отечность. Этому благоприятствует сходящий в состав терапептиды, но вам тоже это не обязательно знать. Самое главное, то что вот этот антипаф-эффект, он очень выражен и очень заметен. По результатам этот гель устраняет темные круги под глазами, отличная база под консилер. Уровень увлажненности кожи заметно повышается, вот буквально уже через час заметно, вот вы когда будете улыбаться, здесь вот мелких таких вот складочек, их уже не будет. Ну и в целом кожа обретает такой хороший сияющий вид. Важно, что на подглазное пространство близко к ресничкам не подбираемся. Сюда, ну, только если под бровь, на подвижное веко вообще не нет необходимости наносить. Больше вот как бы вокруг глаза наносим по косточке вот этой вот. А все остальное, как обычно, утром и вечером, как по режиму. У нас визажисты в Крыгина студию обожают этот крем перед макияжем, потому что, консилер не скатывается, и сразу подглазное пространство круто очень подсвечено, и макияж, естественно, выглядит, следов усталости как и не было. Так что, визажистики, имейте в виду. Pure Derm. Золотая маска у нас для зоны подглазного пространства и для шеи. Это интенсивный уход. Сейчас наносить не буду. Давайте расскажу теорию. Да, это интенсивный уход для повышения эластичности кожи в составе его золотишко, что всегда приятно. Это продукты регулярной борьбы с возрастными изменениями, повышающие сияние кожи. Плюс очень удобная форма масок, потому что они на основе гидрогеля, который очень плотно прилегает. Благодаря этому сыворотка маски как бы вдавливается в кожу под действием этого гидрогеля. Также экстракты алоэ в составе, экстракты алты, которые очень сильно насыщают кожу влагой, не дают ей обезвоживаться. Но они насыщены аденозином, неоцинамидом. Короче говоря, чтобы вам упростить всю эту информацию, эта маска восстанавливает эластичность кожи, эти маски, устраняя признаки старения. Здесь очень важно, я сакцентирую внимание на дополнительном уходе зоны вокруг глаз, потому что помимо своих там кремов для зоны вокруг глаз у меня всегда полон холодильник патчей. Холодильник почему? Потому что когда они холодненькие, они еще дополнительный антипаф-эффект дают и снимают отечность по утрам. И шея. Маски для шеи и дополнительный уход для шеи берите обязательно, потому что шея первая начнет выдавать ваш возраст, тем более, что мы сейчас все вот так, все в гаджетах, и очень быстро тонус вот этой зоны пропадает. А это мышцы, кстати, которые держат у нас вот так вот тут все. Так что, если за шеей не ухаживать, все обвиснет. Я держу их в холодильнике. Когда они холодные, они особенно приятны. Timeless True Mask. Маска с фитостволовыми клетками, яблок на биоцеллюлозной основе. Биоцеллюлозная основа – это прямо это инженерия, потому что это настолько тончайший материал, который плотнейше прилегает к коже, создавая эффект второй кожи, не давая испаряться сыворотки маски, очень плотно ее заталкивая внутрь кожи, при этом кожа может дышать. Что здесь? Фитостволовые клетки швейцарских зеленых яблок. Действует аналогично естественным клеткам кожи человека, заряжают их энергией, питают и стимулируют процесс восстановления. А морской коллаген, входящий в состав, восстанавливает упругость кожи, наполняет ее, поддерживает естественный уровень увлажненности, стирает следы усталости. Таким, наверное, немаловажным плюсом использования продуктов с фитостволовыми клетками это их полная гипоаллергенность и очень легкая переносимость. Наносить маску, как обычно, там несколько слоев, они просто для удобства нанесения. Вам нужен, собственно, тот, который самый мягкий из биоцеллюлозы и пропитан сывороткой, да, самой маски. На 20 минут наносите, я рекомендую даже полежать. Вот когда наносите маску, вы ее прям хорошо расправьте, чтобы там пузырьков не было, плотно, чтобы она лежала, и сами немножко побалдейте еще 20-30 минут, потому что, когда вы находитесь в горизонтальном положении, прилегание маски намного интенсивнее, и впитываемость ее лучше, эффективность ее повышается. 20-30 минут побалдели, и хватит вам. Можете снимать, сразу увидите хороший лифтинговый эффект. Такой прям. Кожа просто более такая плотненькая станет, что ли, ровненькая. И завершающий продукт у нас в коробке — это Holika Holika. Ампулесенс линия, коллаген, омегранат, гранатовая маска. Это увлажняющая маска с коллагеном, тонизирующая, запускающая процесс регенерации и обновления клеток. Про гранат у нас сегодня уже много сказано, и все его свойства в маске в этой отображены. Она снимает усталость, осветляет пигментные пятна и дает вот этот лифтинговый эффект. Да, кожа становится заметно более подтянутой и эластичной, особенно при регулярном использовании. Наносить ее на чистую сухую кожу. Расправили, это тканевая маска, она очень хорошо пропитана составом, и на 15-20 минут также остаемся побалдеть. Также хорошо подходит для кожи с постакне, потому что вот этот процесс регенерации кожи в том числе и запускает процесс рассасывания мелких вот этих всех дефектов. При регулярном использовании они становятся намного менее заметны. Здесь, конечно, все по ситуации, и прям чудес ждать не надо, если у вас очень выраженные следы постакне, но с мелкими дефектиками справляется отлично, и как минимум постакне и пигментные пятна очень хорошо осветляет. Ну что, надеюсь, что вы помолодели. помолодели даже просто от этого видео. В общем, что я вам пожелаю? Любите себя в своем возрасте, следите за кожей, холите ее или лейте органы, это очень благодарно. И если ухаживать за кожей, она будет вам отвечать взаимностью. И не пытайтесь молодиться, прикидываясь, что вы младше, чем есть на самом деле. Старайтесь сделать так, чтобы ваша кожа была настолько молодой, чтобы вы с гордо поднятой головой могли говорить: да, мне 32, мне 42, мне 52, мне 62, мне 72. И все бы ахали и говорили: ничего себе, как круто вы выглядите, какая вы молодец, как вы за собой ухаживаете. Когда вы все это услышите, просто кивайте и говорите: да, я очень ухаживаю за собой, потому что я себя очень люблю. Повторяйте себе это каждое утро. Вот, всех целую, всем пока и до новых встреч. И еще раз маленькое напутствие: ухаживайте за кожей, она ответит вам взаимностью.